Здорово-здорово, ребята! У нас Baldur's Gate, подборочка на Nintendo Switch. У нас тут три игры, но в первой игре сразу первая и вторая часть Baldur's Gate. Я не знаю, что это за игра, но многие любят ее. Ну, посмотрим, может и мне зайдет. Первый раз запускаю, первый раз буду играть. Запускайся, Nintendo Switch. Такая вот подборка. Не самая популярная игра. Но самое главное, какой геймплей и как управление идет на маленьком экранчике. Сейчас мы это все увидим, ребята. Dungeons and Dragons представляют. Скип, я пропустил что-то там. Значит, первая часть, вторая. Ну, начнем первую. Так, что тут еще что-то можно выбирать? Ой, сколько их тут. Ну, давайте стандартную, наверное, да? Так, опции, что у нас? Геймплей. Погода, бла-бла-бла-бла. Ладно, давайте играть, я тут не разберусь. Графика. Нормально, тут графика не настраивается все. Синглплеер. А что, есть не синглплеер? А зачем так написано синглплеер? Есть не синглплеер, реально? Я нажал персонажей. И она сейчас у меня будет... А, у вас нет персонажей. Окей, ладно, один игрок. Новая игра без обучения, давайте. Просто посмотрим, что это такое. Так. А, создаем персонажа. Gender. Ну, давайте, женский пол. И выбираем, ну, вот это, например. Это же она. А, это кто? А, теперь мы выбираем дворф, гном. Полуорк, давайте, полуорк. Класс. Подождите, а чё? Класс. Боец, клерик, вор, шаман. Давайте шаманом побудем. Как раз полуорк, он и шаман. Так, нейтрально хороший, настоящий нейтральный и нейтрально злой. Нейтрально хороший, я не знаю, что это такое. Способности. Силы побольше, там можно все, короче, поменять. Ну, типа, что-то убрать. Ну, давайте побольше силы сделаем ему. Вот так. Готово. Навыки. Навыки всякие тут можно менять, я не буду. Ну, короче... А, два навыка надо выбрать. То есть у него нет особо навыков, да? Тогда давайте топор возьмем. Топор. И это шаман у нас, да? С топором будет. И что еще? Я даже не знаю, что еще. Двуручный какой-нибудь. Двуручка. Все. Блин, как долго. Давайте я все подряд буду брать. Я просто хочу уже геймплей посмотреть. Как выглядит тут всякая одежда. Ой-ой-ой, сколько тут всего. Звуки выбираем какие. Имя. Имя у нас самое лучшее это... Сейчас я скажу, какое. И звать ее Буба. Дан. Все, наконец-то я могу поиграть в Baldur's Gate. Ладно, пропускаем. Такая вот игра. Как тут бегать? Ё-моё, как все мелко. Она и такая в оригинале была, конечно. Никогда не играл в Baldur's Gate. Я не знаю, почему я ее пропустил. Почему? Ну, она, наверное, очень интересная игра. Так, ну что, поговорим? Так, расскажи мне все про игру, тут можно спрашивать. Ладно, я понял. Это подсказки. Так, это кто? Привет. Тут ничего нельзя сделать. А что с коровой можно сделать? Подоить, может быть, ее? Это типа карту уменьшить, еще что-то нажать, посмотреть, вот. Может, с коровой можно говорить? Да, тут игра, мне кажется, очень сложная. Посмотрите, сколько тут всего. Журнал какой-то.
Пролог, ё-моё. А как просто вот проатаковать? Я не могу здесь никого проатаковать? Походу нет, мы типа нейтральные здесь. А, вот подождите, тут внизу я выбираю что? Фист, кулак, ну-ка. Да, я выбрал кулак. Я бью корову. Или нельзя бить корову? Блин, ничего нельзя делать. Ну, это сложная игра, да. Кто в свое время не играл, наверное, очень сложно сейчас вот впервые полюбить такую игру. Тут видно туман войны есть, видите, вокруг вот так вот все блестит. Это где я вижу, где не вижу. А это что такое? Какой-то темпл. Это типа храм какой-то. Подождите, а можно зайти в храм? Вот тут вот вход. Так, ну давай поговорим. Это я типа жертвую деньги свои, смотрите. 10 монет. Пожертвовал. А что еще можно? Купить что-то можно. Эликсиры тут. Короче, понятно. Ну такая игра. Я думаю, в эту игру часов 100 надо наиграть, чтобы пройти. А может больше. Так. А как я внизу менял? У меня там кулак, вот это все. О, можно увеличивать. I am here. Можно в дом зайти? Так. Не понял. Ой, подождите, что это? Это враги, это крысы какие-то. А как атаковать? Я даже обучение не прошел. Я, наверное, сейчас вообще подохну тут. Подождите, а можно пальчиком что-то нажимать? Видите, тач управление не работает. Надо обучение проходить. Ну ладно, первую игру посмотрели. Давайте я сейчас меню... О, подождите, что это? Она сама дерется? Она сама дерется? Что? Надо было просто плюс нажать. Так, нажимаем плюс. Тут реально все автоматически, смотрите. Ну это лучшая игра. Не надо ничего делать. То, что я люблю. Так, а что, надо каждый раз плюс нажимать, да, или что? Вот почему она не дерется с этой крысой? Вот это я только не понимаю. Так, ладно, я понял. Хорошо. Сохранить игру. Не, давайте выйдем просто. Quit game. Main menu. Хорошо, давайте тогда... Хорошо, теперь вторую часть посмотрим. Baldur's Gate 2. Какие тут большие игры были эти Baldur's Gate. Здесь столько контента было, я вообще в шоке. Я только вот недавно третий вышел, я думаю, откуда он появился. Оказывается, они примерно такие были игры раньше. То есть молодцы. Так, а могу вот так быстро выбирать? Тут сразу, знаете, сколько? 6 скиллов дают на выбор. Время не тратим. Первая и вторая часть особо ничем не отличаются, я смотрю. Так, это что? Это уже игра? Что-то очень-очень-очень все мелкое. Я вообще ничего не вижу. Блин, это реально такой зум? Подождите. Тут что-то не то. Или это катсцена просто была? Что-то слишком мелко все. Во, уже выше, уже лучше. Так, ну. Подождите, я ж как-то зумил. Дайте мне зум, ребята. О! Все.
Давайте автоматический бой. Все. Куда мы идем? Так каким, какой кнопкой я это делал? Не, ну это невозможно играть, это с мышкой, с клавиатурой, я просто в шоке. Но это управление просто, ну, уродское. Но я не могу играть так. Что это такое? Не, у меня нервов нет. Надо еще обучение запустить. Сейчас я вторую часть запущу. И я пропущу, и не буду пропускать обучение. Вернее, вот эту, Dark Alliance давайте. Короче, я представляю, что это такое, но эти игры абсолютно не для меня. Может быть, если бы я в детстве в такое поиграл, я бы сейчас кайфанул и просто сказал, это лучшая игра, берите и все такое, но... Это просто, ну, на таком экранчике маленьком еще играть. О, у меня башка уже болит. Все очень мелкое. Иногда на Switch это круто, если у вас хорошее зрение или вы не боитесь его потерять. Но я как-то не хочу терять. У меня это хорошее зрение, но... Все равно не хочется терять. О, тут выбор. Human Dwarf Fighter. Давайте лучником поиграем. Здесь поинтереснее как-то. Заставочка. Baldur's Gate. Первая глава, да? Первая глава. Первая глава. Лоудинг. Здесь уже посовременнее выглядит. Ладно, пропускаем. Вообще от этих разработчиков она сильно отличается, эта игра. Но она приятная, хоть ее можно вот на геймпаде играть. Та игра чисто под мышку сделана. И зачем ее переносили на этот Switch? Это просто был просто испытание просто какое-то. На нервы. Я его, ну, не прошел, мне кажется. Чуть не взорвался. Вот это классная игра. Поговорите. Ну, давайте поговорим. Все говорят, у всех текст озвучен. Чё купить? Кинжал, лук, топоры какие-то. Лучше лук. Все дороже и дороже. Смотрите, 9000 вот это стоит. Это что, это меч какой-то, да? Понятно. Что у тебя? Что у тебя? Так, ладно, а мне вообще куда? Выйти отсюда или что? Это выход прям? Или куда это? Или это в подвал куда-то? Да, это в подвал. Так, сохранить игру, хорошо. Что тут еще? Подняться в таверню, окей. Ага, вот здесь игра идет, да? Сейчас будем драться. Так, подождите, какой кнопкой драться? Так, вот этой, да? Автобой будет? Меня почти убили. Так, а как тут? Есть у нас инвентарь какой-нибудь? Минус может нажать.
Так. Мне бы бутылочку выпить. Ничего нету. Открыть сундучок. Новый какой-то меч я выпал. Как в Диабло можно ломать бочки. Бутылка маны. Здоровье у меня восстанавливается, походу, просто само по себе, я так смотрю. Не обязательно пить что-то, подождем, и все, и становится. Так. А он сам не дерется, да? Одним ударом. Ну вот в это можно играть, честно говоря. Вот это вот более-менее. Я не знаю, что там за первый Baldur's Gate. Но он чисто на компе играть. А вот эту можно игру играть. Нормальная игра. Тут, кстати, зумить можно как-то? Эту я что-то не проверял. Это карта, кстати. Это какой кнопкой? Вот этой, да? Это мини-карта. Как бы позумить бы? Может быть, вот этой? Тут можно вращать. А как вот немножечко, блин, поближе к карту? Нельзя, да? Ну ладно, вот это бы добавили, было бы круче. Слишком все мелкое. Ладно. Так, у нас еще вторая часть. Может быть, она сильно отличается? А может, она такая же, как вот эта? Сейчас увидим. Ну там, по-моему, иконка такая же, не? Не, другая иконка. Давай смотреть эволюцию этой игры. Третья часть не появится, конечно, на Nintendo Switch. Она очень тормознутая даже на компе, еле работает. А тут вообще взорвется, наверное, консолька. Только если сильно ее урезать. Возможно, она бы и вышла, но ее урезать надо. Либо она в облаке там запускается каком-нибудь. Знакомая контора. Реально та, что делала и первую часть. Давайте буквально 10 секунд заставочку. И что это? Вот эту заставку я почему-то помню. То ли я ее запускал, эту игру, то ли где-то видел заставочку эту. Ну, она такая дешевенькая, конечно, заставка. Так. Один игрок. Изи. Человек-варвар. Темный эльф-монах. Некромансер. Давайте некромансер. Лунный эльф-некромансер. Мун-эльф. Так, пропускаем. Сейчас посмотрим, что тут. Эволюция какая-то произошла после прошлой части. Тоже, наверное, вид сверху должен быть такой же. Так, ну что. Ну, вроде лучше тут что-то выглядит. Так, не ту кнопку, извиняюсь. Так, она ранена, нужно помочь, бла-бла-бла. Так, это прыгать, атаковать чем? О, подожди, у меня есть магия? А как она работает? А, вот так вот? Чисто кнопочку держишь? Вот смотрите, кнопку пам. Телега горит. Напоминает импов Диабло, которые тоже боязливые такие. Подбегают, кто-то умер, отбегают. Тут не видно, когда предметы валяются на полу. Надо подходить, и появляется кнопочка. И тогда ты только что-то можешь подобрать. Недоделка. Не должно быть так. Ой, это я упаду сразу? Подождите, я упаду или что это? Но мне туда нельзя спрыгивать, да?
Ну да, туда нельзя спрыгивать. А это ломается тоже? Не. Это вручную. А тут ловушка, тут тупик, вернее. Делать тут нечего. Что у меня в руке? Это книжка какая-то или что это? Тут нет прохода? Походу, да, нету прохода. А я вниз не могу спрыгивать, да? Ограничения такие. Проход. И что тут такое? Думал, секрет какой-то. А чё так пусто стало? А вот это что такое? Ладно, достаточно, я уже устал. Такой был эпизод сегодняшний, Baldur's Gate. Ну, что было, то и было. Не так легко эти подборки делать, не так много одинаковых игр есть. Вот. Следующая подборка Assassin's Creed. И тут прям в каждой игре вот эти Assassin's Creed, и там еще, короче, их. Тут, наверное, их штук 10, я не знаю, их очень много. Тут три иконки, но в них целые коллекции. Там по три игры, наверное, и больше, может, будет. Ну вот, может быть, Assassin's Creed нормальные игры, чтобы поиграть на свече. Посмотрим. Приходите на следующий выпуск. И дальше у нас еще тут много чего. Asterix Obelix, FNAF, Shantae и Devil May Cry. Так что 5 игр, 5 подборок в следующих выпусках. Всем пока. Спасибо за просмотр. С вами был Андромалик. Увидимся. Чао. Подпишись, не ленись, лайк поставь и вернись.